Здравствуйте, друзья! С вами Федерация судебных экспертов, передача «Слово эксперту». Меня зовут Мезенцев Дмитрий. Сегодня я продолжу отвечать на ваши вопросы, которые поступают в адрес нашей организации. Сегодняшняя беседа будет посвящена системам водоснабжения, отопления, электроснабжения квартир и частных домов. Установили мне новый полотенцесушитель. При подаче отопления залила нижних соседей. Еще несколько раз приходил мастер и подтягивал гайку. После этого заменил втулку-американку. Все равно капает. Обратились в магазин. Оттуда пришли эксперты и составили акт. Потом от магазина пришел ответ, что полотенцесушитель в отличном состоянии. Потом тот же мастер заменил полотенцесушитель на новый. Все в порядке. Ничего на месте стыка не протекает. Когда сняли полотенцесушитель, увидели, что резьбы в одном месте практически нет. Труба кажется не круглой, а овальной. Гладкая поверхность. Мастер не мог сорвать резьбу. Что мне делать? Ну, здесь, если верить, значит, описанию вот этого резьбового участка полотенцесушителя, который имеет, значит, гладкую поверхность, причем овальную, а не цилиндрическую, то здесь как бы налицо факт продажи товара ненадлежащего качества. Вы можете обратиться с претензией в магазин. То есть, если магазин здравомыслящий, если полотенцесушитель действительно к вам поступил именно уже в таком состоянии, а не был поврежден сантехником при его монтаже или демонтаже, вот, то магазин будет обязан возместить вам и стоимость самого полотенцесушителя, и размер ущерба, который вы нанесли ниже расположенным квартирам, ну, в том числе своей квартиры, если у вас какой-то ущерб также возник. Вот, если магазин отказывается это делать, можете смело обращаться в суд. То есть, при обращении в суд, рассмотрении судебного дела, скорее всего, потребуется проведение судебной экспертизы. Можете ходатайствовать о назначении судом экспертизы. Вот, наша организация, как бы, с радостью ее для вас проведет.